Новый дом культуры к концу года появится в поселке Колодезный Ширинского района. Строительство здания началось еще в мае по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Сегодня строители уже возводят стены из блоков, далее приступят к монтажу металлических каркасов. Дом культуры будет включать в себя зрительный зал на 150 мест, библиотеку, танцевальную площадку и кабинеты для различных развивающих кружков. Сумма контракта более 45 миллионов рублей. Отметим, что по этой же программе Дом культуры появится и в селе Первомайское. Он будет рассчитан на 120 мест, однако его стоимость больше почти в два раза. На строительство выделено 75 миллионов рублей. И работы там тоже уже начались. А это значит, что к концу года здесь появятся новые рабочие места, а местным жителям будет чем заняться в свободное время. Кроме строительства ДК, у нас программа по чистой воде, это насосно-фильтровальная станция за 90 миллионов. В планах это строительство мини-стадиона, это у нас строительство, реконструкция рынка, это у нас строительство памятника. У нас на сегодня единственное в Хакасии, не имеем памятника ветеранам войны. То есть вот мы, как бы вот у нас планы какие еще грандиозные.